В Чувашии ужесточена продажа алкоголя. Торговать им с 22 часов ночи до 10 дня запрещено. Исключение делается только для кафе и ресторанов. Ограничения времени, условий и места розничной продажи алкоголя введены еще в прошлом году, а в этом усилены. Практика такая, что они заходят в кафе, покупают напитки спиртные, выходят на улицу и спокойно разгуливают, там выпивая. То есть сегодня запрещена эта практика, то есть в любых заведениях не разрешается, там, где происходит розлив этих вот напитков, я сказал, что это в кафе, ресторан, да, запрещается вынос их на улицу. Это первое. Второе, особенно в сельской местности развито было, были случаи, когда в магазинах продают алкогольную продукцию, ну, днем, тут же стоит столик с стулом, и ребята, ну, там, взрослые мужчины распивают этот продукцию прямо в магазине. Сегодня также запрещено делать. Кроме того, мы запретили, если проводят какие-либо массовые мероприятия, ну там выставки, ярмарки, также запрещена продажа алкогольной продукции. Под дополнительные ограничения попадают 50 предпринимателей. 14 уже отказано в лицензии, сообщил Владимир Аврелькин. В республике сейчас проводятся рейды, проверки показывают. В некоторых магазинах и киосках алкоголем торгуют из-под полы. Они пытаются перевести сейчас в ресторан. То есть, представляете, была какая-то закусочная, они хотят сейчас сделать ресторан. То есть, ну, безусловно, они могут переименовать, но факт того, что, ну, будут ли они соответствовать этому или не будут, это мы будем выезжать проверять. Мы очень жестко к этому относимся. Еще раз говорю, спокойствие граждан для нас превыше всего.